Добрый день. Всем добрый день. Куда я направляюсь? Сегодня злая, как собака. Сейчас покурю. Только вышла. Иду сейчас к своему супругу. Звонит с утра. У нас сегодня пасмурная погодка, лучше. С утра звонит. Кстати, какие сигареты я курю? Тавитов Слим. Слимы курю. Самые такие оптимальные в Германии. Вот я всегда Тавитов не пропагандирую ни в коем случае курение. Но я дама курящая. Я курю. Так, а что это у нас тут за бардак такой? Все раскрыто. Сейчас подкурю, поговорим. Зажигалку не могу найти. Благо ветра нет сегодня. В общем, звонит мне мой муженечек, супруг мой. Звонит, говорит, срочно приезжаю в больницу. Тут надо проблемы порешать. Только ты их можешь порешать. Я говорю, какие проблемы? Думаю, сейчас приеду, его буду выписывать оттуда, потому что мне эти проблемы уже надоели. Заявляет, приезжай, порешай проблемы. Я говорю, какие проблемы? Не говорит, какие. Но я подозреваю, что кормят плохо. Так, сейчас отключусь, пройду, подключусь. Не люблю снимать, когда люди. Не люблю. В общем, что хочу сказать. Сейчас у нас час дня где-то примерно. Еду в больницу. Сейчас на трамвай дойду. Буду в больницу ехать. И что ж, звонят мне сегодня. В 7 утра где-то звонили. Знакомые из Киева. Тоже говорят... Сил никаких нет. Никаких сил нет, говорят, наверное, будем на Германию ехать. Я говорю, езжайте, потому что, говорят, вот у нас с Нового года сидят по подвалам, по туалетам. Говорят, уже сил никакой мозг уже не выносит этого всего. Я говорю, езжайте, пересидите тут. Я чем помогу, тем помогу, потому что тоже это все терпеть, это нереально просто. Говорят, будем собираться, загранпаспорт сделаем по быстрячку, будем собираться на Германию ехать. Ой. Писали немного сейчас на комментарии отвечу. Писали мне в комментариях. Съемка людей запрещена. Да я знаю, что съемка людей запрещена. Просто если логически мыслить, если включить логику, человек находится в общественном месте. В общественном месте я съемку проводить уж точно, я ее право имею. Что-то плохо фокусируется, свет плохой. Эспан проедет сейчас. Я съемку проводить имею право. У меня разрешение на съемку есть. Так что тут тоже. Тут надо, кстати, узнать. Я у юриста спрошу, имею ли я право снимать людей. Ну как, я их специально не снимаю, но если в кадр попал человек, я не виновата в этом. Я в этом точно не виновата. Немного вот это прогуляюсь, буду в больницу ехать. Злые очень люди у нас, мои зрители. Кстати, я смотрю статистику, больше половины без подписки смотрят.
А потом говорят, что я подписчиков оскорбляю. Я от вас в шоке. Честное слово, в шоке от вас. Как я могу подписчиков оскорбить, если у меня больше половины хейтеров без подписки смотрят. Опять-таки, люди идут, отключусь. Люблю это место, этой дорогой всегда хожу. Тут спокойно. Особенно, если видео снять надо, то хорошее место пройтись, прогуляться. Мне еще ехать, наверное, полтора часа где-то. Ой. Честно, уж от всего устала. Опекуну, кстати, насчет опекуна. Написала опекуну, что все. В его услугах мы отказываемся. От его услуг. Потому что нахер оно мне надо, это все. Вон, бегаю везти я. Сейчас в больницу приеду, посмотрю, что там. Может, и выпишут его. Потому что мне честно, впадло в эту больницу ездить. Времени ни на что не хватает. Вчера-то часу ночи в квартире упиралась. Провозились с этой дверью. Ужас. Ужас. Тихий ужас. Ой. Немного вас на свежем воздухе поснимаю. И еще раз. Для тех зрителей, кто пишет про мукбанки. Мукбанк — это еда на камеру. Еда с сообщением. Я ем, и я со зрителями общаюсь. Если вам не нравятся мукбанки, не смотрите. Писать ахинею, писать свое дикое мнение мне тоже не надо на камеру. Я огромными порциями, как вы пишете, не ем. Ну и не голодаю. Если вы голодные, я вам помочь не могу. У меня денег не хватит на всех. Всем скинуть денежку. Хайтарюгам. Очень много на канале хороших, добрых людей. Я вас обожаю. Вы у меня умнички. Спасибо за лайки, за комментарии хорошие. Я по возможности фильтрую базар. Комментариях. И то, что я удаляю, я на это имею право. Вы мне запретить не имеете права комментарии удалять. Если комментарий несет какую-то дезинформацию, какую-то пропаганду, ложь, этот комментарий я удаляю. Очень много есть хороших блогеров, но им тоже пишут такую чушь. Я в шоке. Люди действительно с добродой относятся к... А им пишут такую чушь. Ну это ужас. Я просто такой человек. Я вот это... Я, кстати, читала в телеграм-канал, скинула насчет хейтеров. Я думаю, мои зрители прочли. Хейтеры, они даже не понимают, что такое YouTube-работа, что такое быть блогером. Они думают, это снять видео и все на этом. А сколько труда в каждое видео, сколько души вкладывается, сколько работы, энергии. Люди про это не задумываются. Блогер — это такая же работа, как и у всех. Это обычная работа, только намного тяжелее, чем... Вы себе можете представить. Я, кстати, водителем трамвая так не уставала, как работаю на Ютубе. Так что вот так. Насчет стрижки. Я буду стричься 15, если все будет благополучно, 15 февраля. У меня назначен термин на стрижку. Я вам покажу свою стрижечку. Хочу постричься, уже выбрала, уже отправила, как я хочу постричься. Так и постригусь.
Сейчас мне надо на горку собраться. Я же говорю, вот это в другом конце города клиника. Она, можно сказать, на окраине. Чтобы туда добраться, столько времени уходит, столько времени. Кстати, вчера такое солнышко было, сегодня вот можете посмотреть. Дымка. Солнце проглядывается, но через дымку. Ночью было минус 1 градус. Минус 1 тепла был. Вон трамвайчики ездят, мне на трамвай надо. Либо эспан, либо трамвай. Ой, мама дорогая. Так что я говорю, пишите комментарии, думайте. Думайте, включайте мозг и думайте. Вот этот искусственный интеллект включаете, который и шаблонно. Читаешь комментарии, мне иногда кажется, вы написали, скопировали и друг другу их пересылаете, эти комментарии. Так что вот так. Сегодня что у нас? Среда. Среда или четверг, честно, уже не помню. После всего ни хера не помнится. Так что вот ставьте лайки, подписывайтесь на канал, это напоминаловка. И до скорой встречи. Кто говорил, что в Берлине нету труб отопления? Вот вам трубы отопления в Берлине. Так что вот так. Писали, что нету такого. Нет, вот они с под земли выходят и идут к домам. Все, всем до скорой встречи. Целую вас.